Всем большой-большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами будем готовить еще один очень легкий кекс микроволновки. Он состоит из трех продуктов, плюс я добавила от себя еще в конце шоколадный соус просто для украшения. А так нам нужны 3 чайных ложки с горкой арахисового масла, 3 чайных ложки сахара без горки, 1 яйцо и, конечно, 1 кружка и 1 вилка. Порядок работы такой: мы сначала разобьем яйцо, перемешаем, потом добавим арахисовое масло, еще раз все перемешаем, и потом добавим сахар и еще раз перемешаем. Не советую все сваливать в кучу и размешивать все вместе, так получается не очень, ну, в общем, так уйдет только больше времени. В этом месте хочу напомнить, что арахисовое масло — продукт, конечно, такой заразительный, да, его когда начнешь кушать, то трудно остановиться. Но, конечно, вот хочу напомнить, что это продукт калорийный с высоким содержанием сахара, и поэтому злоупотреблять им нельзя. Тут даже проблема не только в том, что может какие-то проблемы с лишним весом появиться, проблема еще в том, что сахар, он вообще в больших количествах, он нам вредный. Теперь ставим микроволновку на 800 ватт примерно на 1 минуту. Если микроволновка слабее, тогда нужно будет просто больше времени. Консистенция получается примерно как у брауни, то есть он не сухой, он скорее как бы такой немножко, ну, можно сказать, что мокрый, правильно? В общем, я надеюсь, что вам понравилась моя идея. Ставьте большой палец вверх, я желаю всем приятного аппетита. И оставляйте ваши комментарии, а также смотрите меня почаще. У меня на канале вы найдете еще много всего интересного, красивого, полезного и иногда даже вкусного, как вот, например, сегодня. Пока!